Друзья, всем привет! Мы сегодня с вами снова копаем блиндажи. Вот такой вот у нас огромный сегодня блин в программе. В прошлый раз мы его начали копать. И находки уже у нас пошли первые. Чашка была зачетная. Сейчас. Все, давай теперь обратно. Да, такие вот деревья тут уже выросли и сгнили в блиндаже. Оторвалась. Все, давайте давно втроем возьмем. Попробуйте. За цик вытащим. Давай. Дармоеды, отощали? Отощали. Раз, два, три. Тут артиллерийский ящик, ребят, и да, сделали с него приямочек. Сейчас слива воды. Как раз нам шикарно откачивают. Так, начинаем тут вбиваться. Вот будет ее? Ага. Появилась фляжка без пробки, правда. Парни тут уже вышли на пол. Опа. Да, Илюха? 100%. Мы бодры, веселы. Уже дом строим, между прочим. Ну да, а у Стаса тут находка. Давай тащи колышек. Да, смотри, хороший. Нюсенс. 38-й год. А если так смотреть, то 83-й. Так, вот, ребят, такая вот дверь оказалась. Петля. Засов. Или петля? Петля. Засов с этой стороны, вот он был. Видишь, как он закрывался хитро. Ага. Так, по идее, дверь отсюда. Она отсюда. С петель, если она упала туда. Ну, наверное, да, провалилась. Русский воин-освободитель. Сдавайтесь, вы окружены. Да. Ну, как будем поднимать, да, поднимем. Поднять сюда. Ладно. А вот это мы можем сейчас цель. И будем, друзья. Телеком. О, да. Вот оно, двери здесь. И вот так. Ага. Доски на дачу, Илюха. Доски на дачу, да. А, вот, смотри, вот засов-то этот был. Ну-ка, посмотри, как он выглядел. Где это? Деревяшечка. Вот она, погоди, вот деревяшка. Вот, а. Вот деревяшка, смотри. Вот она так и была. Как-то раз. Дверь закрылась. Дверь закрыта. Раз, открыта. Поскольку мы пришли, она была в таком положении, значит, дверь была открыта. Значит, они отсюда уходили. Такой, смотри, замок. Да, ну тут у нас вообще уже ходить можно. Да, да. Бочка такая, вот печка была. Крафт-штоф. 200 литров. А с той стороны, наверное, вермахт. Да, да. Ну, мы тоже так, лучше. Ну это мы заходим в другую комнату уже. Да. Здесь уже у нас здесь, получается, была у них лёжка, так сказать, нары. Пока что у нас идет тут расчесочка, монетка, ластик. Ну и тут появилась у нас такая вот интересная штучка, вещь. Католический крестик с четками. Это как оберег, наверное, да? Да. Не, может быть, капеллан был, священник. Скорее всего. Вот и глянь. Шикардозно. Смотри как. Четки из этого. Угу. Надо посмотреть там, наверное. Я думаю, это порвал. Я думаю, там еще может быть части. Ага. Часть есть какая-нибудь. Вообще нормально. Андрюха вот это говорит, что у него там вообще дальше да, немедленно. Короче, ребята, что? Идет продолжение. Продолжение. Смотри, цепочка уже. Цепочка уже пошла цепочная. Цепочка, цепочка. Уже ближе к золотой, чем к медленно. Цепочка, цепочка. Вот. А вот еще крестик один. А, ну-ка. Видно, не? Помыть бы его. Помыть бы его, да, сейчас все помоем.
Давай. А здесь что еще? Непонятно. Монетка, да? Монетка. А, кулончик какой-то еще. А, нифига. Или что это, я не знаю. Короче, надо мыть. Все, давай. Все, идем мыть. Будем тебя снимать. Давай. 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 Зачет. Давай. Так, смотрим. Так. Так, надо вырубить это радио, чтобы не трещало. Так. Нет, это какая-то... Это какая-то шелуха. Шелуха. О, да, может быть и золотой. Хрен знает. Вот, смотри, какой. Да, такой. Похоже, на уровне... Ну, такой медный точно. Ну, медный точно, да. И латунный что-то. Да, и смотри, а здесь четки уже такие. Вот они, кажется, из камней, из каких-то полудрагоценных. Да? Ну, хрен знает. Смотри. Ну, а что у меня? Какие? Бусинки, да, такие? Бусинки, да. Угу. И крестик. Ну, это все было, наверное, одно, да? И вот в конце это, вот да, это... Да. Он медный какой-то? Ну, он, похоже, медный. Был золоченый, но потом стал медный. Вот. И то же самое на нем, смотри. Спаси и сохрани. Ну, видишь, уже можно поделиться с товарищем. Да, и все вместе у нас вот так вот смотрелось, наверное. Да, вот такие, да? Дайте пропищу. Я так понимаю, что так примерно. Ладно, друзья, продолжаем дальше. Да, такие вот красивые вот кирпичи еще. Заря. Заря. Здесь тоже заря что-то. 79. Так, такой вот у нас красивый молоток появился. Да, круповской стали. Да, и вот такая вот расчесочка зелененькая переливается. Вот целенькая даже, да? Красота, да, я в четком положу. Факт был какой-то почетный. Какая шишка? О, шишка, ты глянь, привязана? Привязанная шишка. А, обалдеть, ты глянь, шишка привязана? Это они украшали, видно, на стены вешали, либо на потолок. А, может быть, это они к Новому году. Да, да. Что-то еще? О, ты глянь, какая. Весь в готике. Да. Frozen. Ну, это Frozen. Frozen. Вот это отображение там. Швабы, да. По-моему, они рожу там мазали, чтобы, наверное, не трескалось, или чтобы, не замерзало, да. Угу. Да? Да. Какой? Вообще конкретный тюбик. Так, ребят, смотрите, что лежит. Я думал, сначала показалось, потом не показалось. Свисток. Это вот артиллеристы сидели, наверное, команды подавал. Наверное. Чи-и-и. И выстрел. Бух. Давай, в мойку. Так. Так. Тут так. У нас обрушение какое-то произошло, мне кажется. Ага. Ну, видишь, у него обломалось. Это... А, пимпа обломалась. Пимпа обломалась, не с веревочкой, то что было. Вполне рабочий. С тех времен не свистел. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай. На всю железку. Первый свист за 75 лет. Да. Нормально работает. Там шарик внутри. Все, там шарик внутри. Да, вообще, шикардос. Это можно ехать и свистеть. Если переходит пешеходы не в том месте. Слушай, а мне кажется, у него и не было этой блямбы. А, это такая пимпа специальная. Он такой карманный чистый. Карманный, да. Так что он целенький. Все, давай кладем. Кладем. О-о-о. На полочку. Здесь у нас котелок. Котелок. Да, о, чуть-чуть подзаплюсь, да, да? Ну, да, печка. Печка вот на такой. Ну-ка. Целый. Высокий, смотри, высокий. Высокий котел. Вообще отлично. Редкий. Да. Все, отрихтовать, он целый, вообще камень. Угу. Да. Все. И сахар хороший. Да. Ну-ка ручку. Покажи, речку, покажи, да, нам ручку. Ну, ручка. Ручка такая. Угу. Все, что? Вынезли, свезли. Держи. Радуйся. Вот. Так, такие вот у нас красивые полы с соломкой. Пуговка, да? Появилась пуговичка, да.
Ну, здесь всякий хлам идет. Монетки. Тоже непонятно, какая монета. Потом помой, может. Так. И колышек такой еще попался. Вот такой вот. Ну, так, силы уже на исходе, но мы еще держимся. Держим. Так, у нас тут что-то интересное вновь. Ну. Сейчас. Подвес, да, жаба. Ну такая она подоплющенная, но все равно хорошая жаба. Без штыка, правда, жалко. Должно быть клеймо здесь хорошее, я думаю, кожа зачетненькая. Надо идти мыть, что? Так, вот слегка помыли жабу. Такая она неплохая. Ну, клеймо плохо читается. Ну, что-то видно. Ну так. Подпрошить и все. Экспонат. Так, ребят, попался вот такая вот маленькая монетка. СССР. Она вообще мелкая такая. Одна копейка. 39-й год. В немецком блиндаже. Вот так вот. Подстырил, видно. Такая бумажка какая-то лежит, смотри. И на ней написано, ну, почерком немецким, по-немецки. Вот. Вот у нас кто по-немецки соображает. Мы-то соображаем, но не сильно. Можем перевести. Вот, смотри, прямо вот и написано все. Ага. Я думаю, что это журналы боевых действий, типа такого. Вот. И здесь будет написано, короче, где они тут сложили головы свои буйные. Ну-ка посмотрим, в середине чего будет. Так. Ну, из нас, конечно, археология такая. С попаданием. О, ты глянь там. С росписью командира дивизии Ульриха. Фон какого-то. Да. Смотри, тут всякого такого. А, что-то написано, смотри. Угу. Вот. Со стороны жениха, со стороны... Нет, это не то, конечно. Какой-то, ну, на старых... На каком... Так, намываем на худочку потихоньку. Ну а что, нормальные находки. Нормальный маски снова, да? Да. Что там? Какой-то. Ну, по-немецки что это? Харс. Харс какой-то. Ну-ка, подожди. Не царапай. О, смотри. Ричардс, какой-то там. Ф. Ричардс. Ричардс, да? Ну это ладно, это фигня, а ребят. А вот этот вообще, посмотрите. Это крышка от этого. Крышка от котла. Котла Ричардса. С таким вот крестом. Удаляем с нашей земли всю эту шляпу. Фашистскую нечисть. Да. Вот такая вот. Так, ребят, ну вот помыли мы находки. Вот такой у нас сегодня результат. Неплохой. Копать было очень интересно. Спасибо, что были с нами. Впереди у нас еще много блиндажей. Поиск бойцов. Так что оставайтесь с нами. Спасибо за вашу поддержку, друзья. Всем удачи.